Привет-привет, ребята! Вы на канале BobGTX, и у меня вот такой красавчик появился, неоновый скелет T-Rex. Наверное, он был уже у многих ребят, но у меня только я докачал последнего, и он появился. Не знаю, что дают за этого питомца, но он очень красивый. Говорят, T-Rex'ы обесценились, но это не обесценка, ребята, это просто их очень много. И все пробуют затрейдить этого T-Rex'а. Еще очень рано их трейдить, потому что все получили бесплатно по 2, 3 и то больше T-Rex'ов. И у каждого он есть. Конечно, за него не будут ничего хорошего давать. Но спустя пару месяцев, конечно, за него дадут очень-очень крутые трейды. Если вы хотите узнать, что сейчас дают за этого T-Rex'а, то, конечно же, смотрите видосик, подписывайтесь на канал, лайкосик и погнали! И вот первый трейд, Мега Неон Флай Райт Дракончик. Ну, в принципе, даже и неплохо, я на Мега Неона вообще не рассчитывал. Посмотрим, будет ли галочка или нет. Галочки нет, мы отбиваемся и идем дальше. Особо трейдов никто не бросает, но я знаю почему, потому что этих T-Rex'ов у всех по пару штук валяется просто так. И все думают, что за них ничего не дают. Так, ну дают все-таки вот неоновый ниндзя манки старый, неоновая кицуны и золотой грифончик. Я отбился, галочка была, ребята. Я жду попугаев, сов, я жду фростов и все такое. Все остальные трейды просто буду вам показывать и все. Ждем, ждем. Давайте, T-Rex неоновый, такой же красавчик. И вот девочка сидит рядом. И вообще на каждом сервере куча-куча вот этих неоновых и простых T-Rex'ов. Из-за этого, конечно, они упали в цене очень сильно. Но это все временно, ребята. Сейчас все за ничего поотдают вот этого пэта. А потом будут думать, блин, надо было не отдавать. Я лично пока их трейдить особо не буду, просто всех собираю себе и вот неоновый сам сделал, не натрейдил. И хочу посмотреть и показать вам, будут ли сегодня давать что-то, и через пару месяцев я вам обязательно покажу, что дают за него. Через пару месяцев этот пэт будет реально ценный, когда пойдут новогодние вот эти новые пэты, тогда пэт вот этот станет ценнее. Предлагаю 4 кицуны, 4 юни, то есть 2 неоновых леги, как и перед этим, только похуже. И вот такую шляпку. Ждем галочки и бежим дальше. Галочка есть, то есть отдают. Отдавать вот таких простых пэтов, я думаю, будут все. Мне интересно на чуть получше пэтов. Были у меня сегодня на стриме, по-моему, парочка трейдов с вороном связанным и парочка трейдов с Лемьюни. И все. И то такое, то отдаю, то не отдаю, непонятно. Далматин, прикольно, один скелет мы возвращаем и 2 леги. Ну, такой себе трейд, не очень, хотелось бы, конечно, получше. Додо, T-Rex, T-Rex еще один. Так, 4 леги, 1 райт альбиносик, ну и дальше просто пэтики. Нет, еще додошку добавили, то есть 5 лег. Альбинос вот этот тоже можно считать за легу, потому что за него дадут легу, если очень сильно захотят. Ну, такой трейдик отдают, конечно. Возможно, кому-нибудь такие трейды нравятся, то смотрите и будете отдавать T-Rex'а. Я, конечно, рассчитывал на больше, но я знал, что очень много этих питомцев сейчас в игре. Надо его трейдить чуть попозже. В первый день, когда сделали этого T-Rex'а, когда был релиз Хэллоуина, то, конечно, на второй день сделала неончика, и можно было отхватить кучу-кучу крутых лег. Ну вот, когда прошло время, 2 недели, когда все получили T-Rex'ов, конечно, крутые леги уже не все дают. Неоновый крокодильчик и еще неплохие леги, ребята. Вот это неплохой трейд. Может, даже кому-нибудь он и зайдет. Леги все не очень плохие, и плюс неоновый крокодильчик очень редко встречается. Если кто-то очень-очень сильно хотел крокодильчика, то это идеальный трейд. Летим дальше. Неоновый T-Rex. За обычного Fly Ride T-Rex'а. Ребята, за одного обычного T-Rex'а, ну это что, шутка или что? Я отбиваюсь, конечно. Возможно, просто кто-то трейдит своего T-Rex'а, но на неоново это очень мало.
Неоновый альбиносик и Райт Тирекс. И динозаврик, и альбиносик. И Бэтик, и динозаврик. Ну, тоже мало, ребята, три. Три скелета мы не вернем за неонового вот этого Бэтика. А добавка, ну, вообще маленькая. А, еще добавляет, кстати, свечку редкую. Очень редко она попадается, но она особо тоже ничего не стоит. Хотя она старая и редкая вещь. Еще игрушка, короче, можно отбиваться, потому что уже начались какие-то старые игрушки. Я думаю, что мне этот райд вообще не подходит. Он мало кому подойдет, разве что ценителю-коллекционеру, который захочет свечечку из этого райда. И все. Но это не про меня. Я люблю побольше питомцев, побольше лег, чтобы давали. Так, три скелета Рекса. И парочка лег. Король пчел. И Китсуна. Не очень, конечно, таких активных, классных лег. Ну, и неоновая райд Шибаины. Ну, отдают, конечно, ну, мало. Идем дальше. Ждем хороших трейдов, ребята, давайте. Как вы думаете, будут давать Фроста, попугая или еще совы там, ну, все вот такое? Или нет? Я 2 часа бегал. Не очень много, но покажу вам, что я из этих 2 часов нормального увидел. Неоновый альбиносик отдают сразу. Тоже старая Олега, возможно, кому-нибудь такой трейд тоже зайдет. Вот, вот, наконец-то свершилось. Мне предложили Фроста и отдают, наверное. Посмотрим в втором трейде. Галочка идет, и я ставлю галочку. Так, смотрим и ждем. Я, конечно, соглашаться не буду, я не готов отдать его за Фроста всего лишь. Ну, посмотрим, будет ли галочка на той стороне. Ну, давай, ставь галочку, почему ты? Сама сбросила мне трейд и не хочет ставить галочку, ребята, смотрите. Но они еще тоже, наверное, все ребята не поняли, что надо отдавать за неонового скелета. Ну, и Деклин, ребята, Деклин. Короче, понятно, не отдает она Фростика. Ну, ждем следующего трейда. Райт Тирекс, черепашка, королева пчел. Хорошие леги, но мало. Ниндзя манки похуже лего, ну, золотой дракончик и альбинос. 6 лег дают, неплохих, я бы сказал. Нет ни Додо, ни Тирекса, ни Китсуны, значит, уже хороший трейд. Этот трейд неплохой, ребята. Ну, кто хочет быстренько набрать лег, вот из 4 бесплатных Тирексов можно вот так 6 взять неплохих, я бы сказал, лег. Но нам такой трейд не подходит, я ищу что-нибудь получше. Ну, просто вам показал, что это был трейд неплохой на сегодняшний день. Дальше за него будут давать больше, но вот на сегодняшний день это потолок, мне кажется. 6 хороших лег без самых хороших лег. Так, неоновый давай. О, Фростика еще раз предложили. Бэтика, альбиноса добавляют. Неонового. Додо. Яйцо, ну, возможно, вот этот хотя бы поставит галочку, потому что набрасывает нормально так. Ждем трейда. Отбилась. Сама набросала, сама отбилась. Капец. Зачем столько пэтов бросать, чтобы потом просто отбить трейд? Ну, не нравится тебе этот пэт, просто отбей и все. 4 Тирекса нам дают. Скелерекса, то есть не Тирекса, Скелерекса. Додо. И за прокачку, ребята, за каждого пэта дают пингвинчика, что мы прокачали, плюс Додо. Это неплохой тоже трейд. Мы всех возвращаем. Плюс все Райт Флай, плюс пингвинчики. Это классный трейд. Можно было бы и меняться, но я пока не хочу. Опять их прокачивать, это очень долго. И плюс мне эти пэты не очень интересны. Так, дают неонового Тирекса. Прикольно, смотрите. Неоновый Тирекс
кенгурушка, ну а дальше, конечно, такое. Добавочка еще та, я бы сказал. Парочка ультраредких питомцев, ну это мало, это мало. Тирексы будут еще вот эти попадаться, ребята. Так что не вздумайте меняться на вот такой трейд. Ни неоновый додо, ни неоновый тирекс не стоит вот этого скелета рекса. Это 100%. Этот скелет рекс будет когда-то, через пару месяцев, возможно через больше, на уровне фроста, потому что они будут все меньше и меньше попадаться в трейдах. Люди будут их, все кто раздал, уже не сможет их себе натрейдить, потому что они будут ценные. Вот дают опять 4 тирекса. Очень часто дают по 4 тирекса, потому что у каждого второго есть эти тирексы. Вот почему оценка этих тирексов очень маленькая на сегодняшний день. Ну это тоже такой себе трейдик. Короче, трейд как трейд. 4 мы возвращаем, легу дают и плюс за прокачку питомцев. Вот так. Вот такой красавчик и за него вот такие трейды. Сейчас я бы не советовал вам отдавать вот этих тирексов. Лучше качайте их, делайте неоновыми, а потом вы возьмете за них хотя бы сову, попугая, фроста или еще что-то, если, конечно, не хотите ждать. То можете затрейдиться вот на 6-7 лег, но не меньше. И чтобы были более-менее леги нормальные. Потому что очень много ребят уже имеют вот этого тирекса, но скоро он станет намного-намного ценнее. Кому понравился видосик, лайки, подписочка, комментарии и все. До новых встреч. Пока-пока.